Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как проходит правовое воспитание молодежи и как определяется лучший студент года? О молодежных проектах говорим с начальником отдела организации мероприятий Самарского дома молодежи Михаилом Дементьевым. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Скажите, в целом, на что направлена работа Самарского дома молодежи и вы за что отвечаете, чем занимаетесь? В рамках моей должности начальника отдела организации мероприятий это, безусловно, от А и до самой последней буквы, на какой будет заканчиваться мероприятие, организовать его, подготовить, реализовать и, конечно же, обязательно предоставить все данные о проведении этого мероприятия. В целом, мероприятие направлено на всестороннее развитие молодежи в городе Самара. Как мы знаем, это от 14 до 30 лет, поэтому к нам попадает достаточно такой большой пласт мероприятий. Это и среди школьников старших классов, и среди среднеспециальных образовательных организаций, высших учебных заведений, ну и, конечно же, абсолютно для всех жителей города Самара. Поэтому мероприятия Самарского дома молодежи, они очень разноплановые по своему существу. Мы не можем сказать, что мы занимаемся развлекательной деятельностью, пытаемся ребят привлечь к какой-то активной научной деятельности или добровольчеству. Мы стараемся все сделать вкупе. То есть в одном большом целом, чтобы житель города Самара, независимо от своих интересов, независимо от своих навыков, профессиональных, хобби, абсолютно неважно, он знал, чем он может заняться. Поэтому, как одно из направлений деятельности Самарского дома молодежи, наша информационная связь происходит с жителями через непосредственно сайт и, конечно же, группу ВКонтакте Самарского дома молодежи, где мы освещаем абсолютно все мероприятия, которые проводим мы на территории города Самара, ну и, конечно же, освещаем мероприятия, которые проходят в целом на территории нашего города. И там можно найти как и добровольческие различные деятельности, то есть ребята не хотят сидеть спокойно после учебы, после работы. У них есть болеющее сердце проблемами города и хотят ему помочь. Там, безусловно, для них обязательно есть информация, в какой стезе они могут реализовать себя в рамках помощи именно. И здесь также можно очень много подразделений выявить. Это как помощь персонально людям, это помощь различным службам, это банально переливание, центр переливания крови. Очень часто являются донорами, например, добровольцы нашего Самарского дома молодежи. Ну и, конечно же, немаловажная часть — это патриотическое воспитание молодежи, как жителей города Самара, потому что как раз-таки сейчас молодежи... Молодежь — это всплеск, можно сказать, такой возраст, да, когда необходимо дать те знания, а кто ты в рамках своего города. Кем ты можешь быть, какую роль ты можешь выполнять. И, соответственно, чтобы, в принципе, у человека было занято его досуговое время, и он не тратил его впустую, напрасно не реализовывая себя. Ну и, безусловно, конечно же, это развлекательные мероприятия, куда же без них. Абсолютно все жители, студенты, неважно, это школьники, любят проводить время на наших мероприятиях, которые направлены именно развлекательного характера. Ну да, для молодежи это, в принципе, молодежь и связывают чаще всего с развлекательными, чаще всего так бывает. Скажите, пожалуйста, сегодня какие мероприятия проводятся, что актуально, такие топовые, массовые самые, что сегодня? Я хотел бы здесь акцентировать внимание на двух мероприятиях. Одно из них уже началось достаточно давно, к нему я обращусь несколько позже, а прямо сейчас расскажу о том, что же вот началось прямо вот только-только, буквально еще горяченькое. Это правовые турниры «Обязаны, имею право» среди учащихся школ старших классов. Проводим городской турнир, где в каждом внутригородском районе проводится районный этап от 5 до 12 команд в каждом районном этапе. Попали они туда, конечно же, не случайно, потому что проводился заочный этап, где ребятам из школы направляли задания, они собирали свою команду, придумывали себе название, выполняли такие задания, как написать эссе на тему «Ваше видение законопроекта». И в свободной форме ребята могли изложить свои мысли, свои предложения в рамках улучшения жизни не только города, но и страны в целом. Свои законопроекты. Мне показалось, что это прежде всего правовой ликбез. Оказывается, нет. Основная цель этого мероприятия какая? Почему решили его реализовать? Цель мероприятия абсолютно простая. Это снижение уровня правонарушений среди молодежи.
То есть, чтобы молодой человек, в нашем случае это школьник, имел у себя такую базу знаний, что он может, чего не может, и, соответственно, какое наказание может понести за то или иное противодействие. Все-таки это информация, информационный тоже проект. Да, да, безусловно. Есть. Здесь мы стараемся ребят привлечь, научить и, собственно, дать им какой-то вот навык, чем они могут пользоваться в дальнейшем. И здесь мы не говорим о том, что прикрепить жевательную резинку под парту — это плохо, хотя тоже является, по сути, правонарушением. Но и в целом до больших, серьезных правонарушений разбираем... Будем разбирать и налоговые аспекты, и правовые отношения, и затрагивать неким образом уголовные. Просто чтобы ребята знали, имели в виду, были в курсе и не терялись в данных понятиях, которые мы им представим. И вот в рамках заочного этапа из каждого района мы как раз-таки получили те несколько школ, которые проявили себя наиболее активно, которые написали наиболее качественное эссе, которые представили себя как команду в еще одном задании, это была запись вопроса, где тоже ребята записывали достаточно серьезные вопросы, касающиеся правонарушений. И, соответственно, давали на них развернутые ответы. Это мы будем использовать несколько позже, но это очень интересный момент, потому что здесь ребята могли раскрываться абсолютно с другой стороны. То есть это не просто люди, которые выучили учебник и знают от А до Я, как букварь, какую-либо законодательную часть. Здесь у ребят раскрывалось именно общее представление, общие навыки и то, как они лично относятся к тому или иному правонарушению. Естественно, апеллируя законами и нормами права. Таким образом, отобрали команды, которые у нас прошли в очный этап, и стартовал с 10 числа у нас районный как раз-таки этап, 9 этапов их таких будет, где будет выявляться по одному победителю. Безусловно, мы определяем 3 победных места, но в финальный этап в городской турнир проходит всего лишь одна команда от района. Таким образом, в начале ноября мы уже как раз-таки определим победителя городского турнира, обязанный имею право. А эффект вот этого мероприятия, проведения, он в чем? Вот что будет результатом? Потому что понятно, ну кто-то там чему-то научится, приобретет какие-то навыки, еще что-то. А вообще? Как результат, мы, безусловно, все привыкли видеть и то, что можно пощупать, говорю, то, что можно посчитать. Поэтому о результатах можно, безусловно, говорить о таком факте, как общий охват численности. Это порядка 1200 школьников на заочном этапе. Соответственно, это также большое достаточно количество в районе 500, если я правильно помню, участников очного этапа. И, соответственно, уже те, кто победители, будут в финале. Ну, это фактически те же самые ребята из заочного этапа. Но, тем не менее, здесь немаловажно знать, что также к этой деятельности привлекаются как кураторы, как координаторы этих команд и преподаватели. То есть, соответственно, для них эта работа, как мы считаем, не менее важна для того, чтобы вести ребят не только просто приходите и поучаствуйте, а чтобы они также имели для себя понятие, как же им корректнее, правильнее и удобнее построить дальнейший план обучения. Мы все прекрасно понимаем, что это уже давно сформировано, и все эти нормы описаны, как и именно проводить уроки. Но, тем не менее, что-то новое они, я надеюсь, смогут подчеркнуть. И, конечно же, чуть больше узнать о своих подопечных, о своих учениках не только за школьной партой, за школьной скамьей, а в рамках вот такой игровой формы. Да, такое масштабное мероприятие. Вот что вам нужно для того, чтобы его организовать, так как вы главный, как я поняла, организатор? Вот с чем вы сталкиваетесь в своей работе? Кто ваши помощники, союзники, еще? Вот что нужно, если изначально взять для того, чтобы вот оно состоялось и прошло успешно? Ну, безусловно, работа должна была быть проделана, и она действительно проделана с максимальным количеством трудоотдачи на высоком уровне. И мы связывались, непосредственно контактируем с департаментом образования, с департаментом безопасности, с администрациями внутригородских районов. Это, безусловно, те люди, которые нам помогают организовывать данное мероприятие. Ведь для того, чтобы
в целом узнать о, ну, банально о телефонных номерах и адреса почт всех школ, нам, безусловно, нужна была помощь департамента образования. Соответственно, к ним обратились с такой идеей о проведении данного турнира. Они, безусловно, нас поддержали единогласно. Также мы, безусловно, подписали положение о проведении этого конкурса, где прям поэтапно все расписано, как, за что получаются баллы, в каком количестве, и кто будет из них победитель, как это определиться, которую они благополучно подписали и, соответственно, всячески помогают нам в данном взаимодействии со школами. Но также мы приглашаем еще большое количество в качестве членов жюри. И здесь как раз-таки выступают у нас правоохранительные органы, в частности, прокуратура, МВД, представители администрации районов. Все они будут находиться с нами в рамках районных этапов и финала в качестве членов жюри. Оценивать непосредственно работу ребят, награждать по итогу проведения каждого районного этапа и финала. Ну и, конечно же, для себя также брать на заметку о проведении таких мероприятий. И в целом мы всегда рады новому сотрудничеству абсолютно со всеми органами власти на территории города. А сами молодые люди, школьники, те же, они заинтересованы в этом проекте? Вот насколько велик интерес? Вот одно дело предложить и почувствовать, что это, в принципе, и неинтересно, и неважно, и не нужно. Вы нашли отклик? Да, я могу с уверенностью сказать, что отклик достаточно большой, ведь когда информация доходила до ребят, есть у нас несколько школ, которые представляли по несколько команд, по две команды. Потому что действительно есть классы, где ребята в будущем будут сдавать обществознание как один из единых государственных экзаменов. И, соответственно, они и попробуют себя в данном аспекте, так сказать, ну, попробовать свои навыки и знания. Ну и, конечно же, просто принять участие, потому что это, ну, в той или иной степени, тем не менее, развлекательное мероприятие. Ведь все-таки это игровая форма, как и любой другой турнир, он под собой имеет соревновательный характер, где необходимо первым ответить качественно, ответить наиболее полно, развернуто, и чтобы было абсолютно все понятно и, так сказать, подтвердить свой довод определенными нормами, так сказать, от Конституции до каких-то детальных рассмотрений статей. А в чем сегодня наиболее активно проявляет себя молодежь? Сегодня активная молодежь, вот если проанализировать, опять же, какие темы больше всего занимают молодые умы, вот где они себя реализуют, молодые люди, вы, в частности, не они. Ну, здесь очень сложно ответить, потому что... Такого нет рейтинга, вот волонтерство на первом месте по количеству заинтересованных и участвующих, какое-то другое направление уже меньше людей привлекает, такого вот нет, чтобы проанализировать? Нет, нет. Таких исследований не проводится. Во-первых, таких исследований не проводили, но да и не факт, что они нужны, ведь при выявлении какого-то определенного рода деятельности, в чем увлечена молодежь, мы автоматически будем забывать о тех направлениях, которые менее для них важны. Соответственно, мы пытаемся, наоборот, держать на балансе и максимально двигать вверх абсолютно все направления деятельности молодежи. Творческое, научное, спортивное, все, что только есть желание у ребят проявить себя в какой-либо форме, они, мы надеемся, что с уверенностью могут прийти к нам. Так мы всячески пытаемся им рассказать о том, что при наличии любой идеи, даже ее маленького такого проросточка, с ним можно прийти к нам, с этой идеей, с ней. И, соответственно, мы с коллегами постараемся развить ее в настоящий проект, в мероприятие и в ту деятельность, которая может привлечь еще больше людей, больше своих одногруппников, одноклассников, родственников, друзей, ну, в целом жителей города. Да, вот это такое интересное явление. Сейчас активизировались молодежные организации даже внутри районов. Вот такой есть тренд, тенденция, что, в общем-то, интересно. Что людям, молодым, интересно действовать внутри своего района, там, где они живут, и катки заливать, еще что-то там, да, и очищать территории. И это действительно делается с интересом. Это не делается из-под с интересом, палки, но да, согласитесь, вот, что инициатива проявляется. Инициатива проявляется, молодежи. Но ее нужно найти, эту инициативу, ее поддержать и, так сказать, дать вот тот самый минимальный первый толчок, направить ее в правильное русло, чтобы она действовала
абсолютно верно, никому не вредила и, соответственно, привлекала как можно больше внимания к себе. И таким образом достаточно много ребят к нам приходит с идеей проведения различных творческих вечеров, фестивалей, балов, просто литературных встреч, абсолютно неважно с кем. Они просто говорят, что мы хотим, у нас есть идея, как это оформить, в каком виде представить. Это не всегда банальная идея, что мы хотим собраться с нашими друзьями из внутригородского района и встретиться с каким-нибудь человеком, посидеть с ним, поговорить. Нет, очень много ребят, которые рассказывают о том, что у нас есть очень много интересных мест, которые можно посетить в нашем районе, куда мы с удовольствием можем провести экскурсию, и таким образом с кем возможно провести интересное время, кому интересно было бы рассказать, и возможно нам, как молодежи, еще узнать что-то интересное о своем районе, дворе, доме, городе в целом. Поэтому вот таких ребят много, и это очень радует. Да, и то, что новые формы. Они просыпаются, они выдвигают все новые и новые идеи, это безусловно радует. Да, конечно. Но я думаю, что самая активная часть молодежи — это все-таки студенческая, потому что школьники тут еще, они не такого возраста, чтобы действовать самим. Все-таки там нужны контроль, внимание, ответственность. А студенческая молодежь — это ваш актив. Вот что происходит со студентами? Как вы работаете? Какие, опять же, мероприятия, конкурсы или что-то проводите? Ну, начну, наверное, как раз-таки с того, о чем говорил в самом начале. Это еще одно мероприятие, которое у нас уже стартовало достаточно давно, еще с апреля месяца. Большое областное мероприятие под названием «Студент года 2017». Это мероприятие, уже не первый год, мероприятие, да? На слуху ежегодное. Уже. Да, мероприятие ежегодное. И в этом году ребята поборолись в 11 номинациях, таких как «Интеллект года», «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер СУЗа», спортивная команда и спортсмен, журналист года и СМИ, потому что у многих образовательных организаций есть целое свое СМИ, которое анонсирует абсолютно всю интересную информацию о своем высшем учебном заведении, либо в целом о мероприятии города. И, конечно же, еще одна номинация, очень важная для нас, это гран-при, то есть как раз-таки тот самый титул «Студент года 2017». Он один будет всего, из всех. Он один, это и обладатель гран-при будет один из победителей в своей номинации. То есть здесь идет достаточно серьезный отбор тех ребят, которые получат это уже годами завоеванное серьезное звание «Студент года». И для этого, для поддержания этого уровня, для поддержания этой значимости, конкурс проводится, безусловно, не в один день, не в одну неделю, даже не в один месяц. Это большая плодотворная работа, где происходит взаимодействие абсолютно со всеми образовательными организациями на территории Самарской области, с высшими учебными заведениями, со среднеспециальными. И в этом году у нас большое количество участников, если мне не изменяет память, цифра 462 заявки, если я прав. А почему это привлекательно, привлекает участников? Вот это звание, оно что дает? Даже, может быть, в материальном плане. Как-то поддерживается потом это звание? Ну, безусловно, победители все... Победители поддерживают? Во-первых, абсолютно каждый из участников борется за этот титул. Потому что в любом случае это титул, это значит, что в своей специальности, в своем направлении деятельности. Он лидирует на территории Самарской области и города в том числе. Ведь очень много ребят приходят, которые являются по своей профессии сварщики, но они великолепно поют или играют на музыкальных инструментах. Есть ребята абсолютно технических специальностей, либо наоборот научных, но они искусно рисуют картины. То есть здесь разнообразие ребят и их рода деятельности. Как раз-таки конкурс направлен на то, чтобы выявить вот то самое интересное, в чем человек развивается. Что он не просто ходит на занятия, что он не просто посещает все пары и получает свои отметки в рамках сессий, но еще и является, безусловно, социально активным человеком. То есть здесь не столько даже хобби, а, к примеру, такая номинация, как студенческий лидер СУЗа или вуза, здесь у ребят очень важно, сколько же они привели с собой, так сказать, единомышленников, которые так же думают, как они, которые хотят продвигать свою образовательную организацию только вперед,
к новым высотам, которые подтягивают тех ребят, которые остают не только в учебе, но, к примеру, и в спорте, и в творчестве, абсолютно в любых областях. И это очень важно. Ну и, конечно же, выявить спортсменов, либо спортивную команду года, здесь это также важно. К нам приходили ребята с очень большим набором портфолио, которые за прошлый год они успевали заработать достаточно огромное количество уже медалей, грамот, дипломов. И все это, безусловно, представляли нам. Ведь после того, как прошел заочный этап, а это ряд экспертов в каждой из областей, состав экспертов, члены жюри, экспертная комиссия, они проводили как раз-таки анализ и оценку портфолио. Это в рамках заочного этапа. По его окончанию мы определили рейтинг ребят, которые получили наивысшее количество баллов, и непосредственно перешли в очный этап данного конкурса. И здесь уже в очном этапе у них была возможность, так сказать, тет-а-тет представить себя несколько в другом виде. Ведь довольно часто случается, что человек, который занимает первые места на соревнованиях, на выставках, мы сейчас не берем какую-то определенную деятельность, он, к сожалению, ему достаточно трудно, во-первых, рассказать о себе чуть больше, а во-вторых, он и в принципе более ничем, к сожалению, не занимаемся. И здесь как раз-таки нам это необходимо выявить, где тот самый человек, который старается разносторонне развить себя и привлечь к этому как можно больше ребят вокруг себя, то есть заразить. Заразить ребят на хорошую, добрую деятельность. И в рамках очного этапа все участники конкурса, которые прошли заочный этап, а это порядка 184 ребят, непосредственно выступали перед членами жюри, перед экспертами в своих направлениях, в своих специальностях и, соответственно, презентовали себя, где рассказывали не только о своих достижениях, которые говорится в портфолио, но и помимо этого о себе, как и человеке, немаловажно было рассказать. А когда будет известен конечный результат, кто станет студентом года? Обычно это какое время? В этом году мы немножечко перенесли даты проведения этого конкурса, и финал по награждению среди студентов в номинации «Студент года 2017» будет проходить в начале ноября. И как раз-таки к этому сейчас проводится достаточно очень большой такой пласт работы по организации этого большого, не побоюсь этого слова, мероприятия областного, где абсолютно всех участников ждет огромное количество сюрпризов, огромное количество подарков. Ну и, конечно же, приглашаем абсолютно всех образовательных организаций, чтобы поддержать своих ребят, прийти вместе с ними, с флагами и громко-громко поддержать тех, кто выходит на сцену, получает этот титул. А в прошлые годы из каких учебных заведений были победители, не помните? Нет, уже, да? Так по фамилии не помню, потому что это чаще всего к нам приходят, на самом деле, из года в год участвовать одни и те же ребята. Но, тем не менее, опыт и все-таки заявляют еще раз о себе. И хотят еще раз пройти, еще раз победить. Но здесь должен заметить такой факт, что младшие коллеги спуску не дают. Они набирают еще более семимильными шагами обороты и идут вперед. Да, и кто оценивает? Члены жюри, вы сказали, что есть комиссия, и на предварительном, заочном, очном этапе. Кто эти люди? Вот интересно, кто оценивает? В экспертную комиссию выбирались люди не случайным образом. Это, безусловно, заслуженные имена на территории Самары, города, области и России в целом. Приглашали представителей из нашей администрации города, из различных департаментов, в том числе департамент культуры, департамент образования, спорт, департамент абсолютно из всех сфер деятельности, где ребята могут проявить себя. И, соответственно, есть те люди, которые достигли достаточно высокого уровня у нас, и их знают, их узнают. Вот именно этих людей мы приглашали в качестве членов жюри. Ведь ребятам в целом было приятно составлять свое резюме, собирать свое портфолио и представлять таким известным людям. Потому что если бы они приходили и сдавали свое резюме по
просто на оценку, угу. где среднестатистический человек с профильным образованием по той или иной деятельности оценивал по каким-то формальным критериям, это было бы, согласитесь, тоже неправильно. Здесь ребятам приходилось все-таки удивлять членов жюри. Надо было, безусловно, поразить их и продемонстрировать угу. не только вот ту пачку, ту упаковочку красиво оформленную, всех своих благодарностей, да, характеристик и так далее. Здесь мне нужно было прям вот олицетворяя себя, донести максимум информации о себе. А вообще вот это умение, часто в последнее время вот портфолио, это очень важно. Вот зачем молодому человеку вот это умение и вот это вот портфолио? Вот где это пригодится в дальнейшем? Зачем это? Ну, это изначально работа, достаточно такая, занимающая очень большое количество времени, во-первых. А если ты занимаешься каким-либо действием продолжительное время, оно приводит к самоорганизации. Mm-hmm. Соответственно, в первую очередь портфолио, это безусловно, мы видим тех ребят, которые могут организовать себя в первую очередь. Ведь составить грамотное портфолио — это мало, распечатать эссе, заявление, поставить галочку в нужном месте в рамках номинации и поставить подпись, вложить файлик и принести нам. Этого недостаточно. Mm-hmm. Ребятам изначально давалась такая информация о том, что ваше портфолио — это прямое отображение вас. И как вы его оформите, это исключительно ваш индивидуальный подход. И здесь очень многие ребята, несмотря на свое такое, с одной стороны, казалось бы, уже общепринятое портфолио, приносили специально оформленные обложки, украшенные бисером. То есть выделялись из общей массы. Переплеты, да. Да. И здесь никто не говорит о том, что кто себе купил очень хорошую, красивую, качественную обложку, тот будет в приоритете. Нет, безусловно. Тот, кто вложил максимум себя, максимум своих умений, максимум своих трудов, да, вот у тех был действительно наибольший свою индивидуальность, да, безусловно. Нужно же отличаться от других. Я хотела бы узнать, как Самара позиционирует себя на всероссийском уровне, молодежном? Потому что сейчас, в общем-то, по России вот идут эти процессы. Ну, хочу заметить, что конкурс «Студент года», он является не только у нас в Самарской области, это всероссийский. И, конечно же, ежегодно мы отправляем делегацию представителей от Самарской области для участия во всероссийском конкурсе «Студента года». И здесь от как раз-таки экспертной оценки, от нашей работы, от представления ребят складывается вот тот самый лидирующий костяк студентов, которые непосредственно отправляются на всероссийский конкурс, да, и представляют имя не только свое, но и Самарской области в целом. Да-да-да. Вот, допустим, Дни науки проходили, да, тоже выявлялись какие-то новые идеи, научные инициативы молодежи. Это что же можно как-то продвигать? Вот Самарский дом молодежи как-то в продвижении вот на высший, на более, на всероссийский даже уровень может помочь? Или вы работаете вот только нет, в городских нет. масштабах? Не только в городских масштабах. И ни в коем случае не хочется когда-либо к этому прийти, потому что останавливаясь на одной цели, то, что мы работаем только у себя в городе, это в корне неправильно. Нужно смотреть широко, масштабно и, так сказать, на всю Россию. И здесь в этом плане достаточно хорошо и планомерно у нас развивается добровольческая деятельность, к примеру, в рамках проведения чемпионата мира по футболу. Да. В этом плане достаточно большую, серьезную работу проводит Самарский дом молодежи в подготовке этих ребят, в передаче навыков, которые мы уже обладаем. Ну и, конечно же, в целом ребята, которые приходят к нам в Самарский дом молодежи, говорят о том, что они хотят стать волонтерами на чемпионате мира. Мы им, безусловно, только помогаем в этом, а не говорим, что ребята, извините, но, к сожалению, мы не занимаемся непосредственно самим набором и расставлением задач на проведение. Мы как раз-таки стараемся провести работу передачи опыта. И здесь ребята выезжают за пределы города. Это Санкт-Петербург, это и Москва. И в Сочи даже, по-моему. Сочи на обучение, на повышение квалификаций. Ну и просто для личностного роста, для того, чтобы приехать обратно к нам и уже с нами поделиться. Да, вот это новым. Очень важно, обмениваться информацией, тем более среди молодежи, когда у всех горят глаза, рождаются новые идеи. Спасибо вам за то, что вы делаете, за то, что пришли к нам в эфир. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.